Москва. Круглый стол «Монархия и миссия» к 150-летию православного миссионерского общества. 12 декабря с 17.00 до 19.00 в Москве пройдет круглый стол на тему «Монархия и миссия» к 150-летию православного миссионерского общества. Мероприятие приурочено к 150-й годовщине утверждения императором Александром II Устава православного миссионерского общества 21 ноября 1869 года. Свою деятельность общество начало в 1870 году. Цель мероприятия – оценка значения православного миссионерства в историческом развитии и государственном строительстве России. Для участия в круглом столе необходимо не позднее 11 декабря подать заявку по электронной почте logos@stbasil.center или по телефону +7 926 942 91 89. Место проведения. Город Москва, Яузская улица, дом 5, офис 318.